версия, кстати, версия с одним контроллером. Забыл сказать, есть еще версия с двумя. Она стоит дороже 1000 на 1500 рублей. А мне и так эта консоль обошлась в 4700. А вдвойне офигенно смотрится на других языках, кроме японского, потому что это похоже на полку такого современного. Вот самая большая из имеющихся. Это 14 миллиметров, то есть вот такая спиралька, пружинка, сечение ромбиком. Вот сечение. Ну, по сути, это пружина. Вот за этот хвостик зацепляется специальный инструмент. Ну, по сути, вилка. Вкручивается до нужной глубины, и вот этот хвостик, который снизу, он обламывается. Пружина остается внутри резьбы, и получается, что резьба остается та же самая, что и была раньше. Резьба нарезана, берем эту вставку, берем пруток с прорезью. Надеваем на вставку. И вот так вкручиваем. Вставка вкручена. Остался хвостик, его надо как-то обломать. Выломал хвостик, и теперь можно вкручивать болты. Приехал скутерок с проблемой, капает масло. Вот с пробки. Вот она капелька, но на самом деле капает не из пробки, а рядом с пробкой. Вот в этом углу картера набило подножкой борозды, и из этих борозд капает масло. Вот протираем тряпочкой. Смотрим, вот с этого места течет масло. Вот оно идет. А борозды эти от вот этой штучки, которая на подножке крепится, это такой отбойник, он должен упираться вот в эту пластинку, но он погнулся и стал долбить по картеру. Поэтому надо еще вот этот отбойник восстановить, чтобы он работал как надо. Ну вот, картер заварен. Теперь не должно течь. Пока картер не проверен, сварочный аппарат выключать не нужно, потому что сработает закон подлости. И обязательно что-нибудь где-нибудь потечет. Вот виновник пробитого картера. Надо сделать новый из металла потолще. Вот, например, вот такого. Чтоб он не сгибался. Не бил картер. Ничего не течет, значит, заварено герметично. А на подножку сделал упор из более толстого железа. И теперь она упирается в эту пластинку, как и должно быть.
Катер должна упираться именно в эту пластинку. Ремонтирую динго. Моторчик в переборке. Уже перебрал. И вот тут проблема еще с рамой. Так вот треснуло крепление. Это нижнее крепление. Будет заменен. Вот сделал пластинку. Эта часть будет заменена. И еще здесь треснула труба вот здесь. То есть треснула насквозь. Надо ее варить. Больше пока никаких косяков не нашел. Но это пока. Возможно, еще что-нибудь найдется. А вот еще ключик сломанный. Совсем. Вот от него моторчик. Он не заводился. Основная проблема была в том, что был погнут клапан. Клапан я заменил. Притер. Маслосъемные. Сразу поменял. Здесь вот варил крышку. Крышка была сломана. Менял ролики. Колесики натяжной. И который в цилиндре стоит. Такой вот там стоял фильтр. Дырявый. Сальник в крышке со стороны зажигания был весь разорван. Тоже заменен. Срезал старое крепление. Теперь надо приварить новое. Тут уже были приварены дополнительные усиления. Вот эти две пластинки. Но все равно не помогло. Крепеж развалился. Теперь будет такой. Будем запускать. Кнопочку нажать. Все, моторчик работает. Тут сделана такая муфта. От чего-то я не знаю. Чтобы не съедало шлицы.
Ну, она собрана криво, или что-то там криво приварено. И, в общем, вал немножко бьет. А если в покрышку эти маленькие саморезики запидюрить? Бустер? Так, что? На велосипеде же делают такие. Самый короткий, да, взять? Шайбы из гайки. Да может длинные, просто их снаружи отпиливаешь там сколько надо. Чтобы они охуячились. Нет, я говорю, закручиваешь любой саморез, даже такой можешь. Просто отпиливаешь сколько надо там, оставляешь. Не, я просто думаю, самый короткий взять. Шайбу и как, гайка на 4 там, да? А, чтоб сверху затянуть? Ну. На 4 вроде представь. Ну или на 5, или на 4, точно не помню. Но она так туго накручивается, но... накручивается. Надо делать шиповку. Оно, или оно было такое, или оно так износилось за пару дней, блин. Так, наверное, износилось. Но, в принципе, у меня на самокате-то новое было когда-то. Ну, что-то все буксует. А, ну да. А теперь оно лысое, вообще теперь не цепляет. Вообще, блин, шопа. Я говорю, едешь, даже разогнаться не могу. Так вот надо. Цепь что? Нормально. Цепь вот. Смазываешь? О, теперь ее можно смазать. Сейчас-то нет луж. По лужам проедешь, и все, и пизда опять. Есть жидкое масло-то какое-то? Есть. Поняшка гуляет. Остатки травки доедает.